Приветствую всех на канале Food Test, и сегодня у нас два новых энергетика. Один типа полезный для организма, второй типа очень неполезный для организма. Полезный — это новинка, кстати, я очень удивлен, именно от Блэка. Тут реально есть логотип Блэка, хотя выглядит он как необычный энергетик, при том, что от Блэка. Именно Natural Energy, антиоксидант, Джоджи и гранат. Короче, какие-то семена, Годжи и граната. Но от Блэка, я надеюсь, будет хотя бы так же более-менее вкусно, как Блэк делает. Ну, Блэк — это, по-моему, Бон Буассон. Чё, открываем и тестим этот энергос. Вот так он выглядит. Розово-светлый какой-то, прозрачный. Закрываем и тестим за вас. О! А чё, прикольненько. Такой насыщенный кисловато-сладкий вкус. Очень похоже на отдаленный вкус Блэка, но смешанный с вот этим типа соком, я не знаю, как это назвать. Сколько ж тут кофеина? Очень сильно важно для меня. А я его тут даже и не вижу. Натуральный кофеин. Ну, понятно, короче. Если вы за здоровый образ жизни, то однозначно покупайте эту штуку. Она хотя бы вкусная, и у нее есть хотя бы вкус выраженный. А если вы не за здоровый образ жизни, можете взять новый Roar Black. Roar — это, кто не знает, энергетик от АТБ. А это, короче, в прошлом году я пробовал ихний энергетик Roar. Мне, кстати, по-моему, не понравилось. И вышел новый Roar Black. Делают его на производстве... А хуй его знает, на каком производстве. Good Food, я не знаю, что это за херня. Ну, короче, затестить по-любому надо. Тем более, энергосы я люблю с детства. В принципе, на цвет он такой же самый, как и обычные стандартные Блэки. И Roar, по-моему, такой же был. Чем отличается Roar Black от Roar? Хуй его знает. Да ё-моё, блядь. Кофеина тут, как всегда, 32, стандарт. Ничего такого прям выраженного я не знаю. Ну что, пробуем. Да, блядь, стандартный Блэк. Реально, это копия Блэка, только под торговой маркой Roar. Херня какая-то. Ну, а сейчас, ладно, скажу, что мне больше всего понравилось. В принципе, я, если честно, даже удивлен, что мне понравился больше натуральный энергетик. Он по вкусу хоть и кисловатый, я, конечно, не люблю такое, но он вкусный. Гранатовый сок — очень вкусная херня. Это, у меня ожидания были от него больше. А это просто копия обычного Блэка стандартного. Это меня не сильно удивляет, если честно, даже не интригует, и я не знаю, блядь, что вообще, ну просто, что еще сказать, нечего, блядь, сказать. Обычный Блэк, если вы пили Блэк, это копия его, блядь, нахуя мне такое надо? Хоть бы добавили, я не знаю, хоть чего-нибудь. Короче, сейчас у нас время купажирования, и мы смешиваем оба энергетика и пробуем, что же получается, вкусно ли нет, и... узнаем, есть ли смысл это вообще делать. Переливаем один в другой и пробуем. Цвет, если честно, не изменился, потому что у этого энергетика цвет практически прозрачный, у этого более насыщенный. Натуральный энергетик немного смягчил химозность и... выраженность Блэка.
и получил такой не более нейтральный вкус. Но это вкуснее, чем обычный Black. Но не сильно вкуснее, чем натуральный. Даже не знаю, если вы хотите не натуральный кофеин, но вам не нравится вкус, то можете смешать. Если вы не хотите на не натуральный кофеин, а натуральный, то, конечно, лучше не смешивать, потому что вкус у него намного лучше. Однозначно. Вот такой вот был обзор. Если вам понравилось, ставьте лайк, если нет, дизлайк. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, пишите комментарии. Бля, я не знаю, что еще. Всем до встречи, всем пока.